Всем привет, с вами я, Кирилл, и сегодня мы поиграем в Бравл Старс. Да, под прошлым роликом вы собрали достаточно много просмотров, чтобы я снял для вас вторую, ой, какую там, не знаю, часть десятую уже. Я вам очень благодарен за твой актив, и сегодня мы будем играть в, скорее всего, в столкновение. А давайте в Броубл, сегодня будем играть в Броубл за... За Рика, я хочу за Рика поиграть в Броубл. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, а мы... Стойте, сейчас мне тут что-то в друзья предлагают. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, а мы продолжаем. И смотрите под ролик и обязательно проверьте. Если у вас красная кнопочка подписаться, то вы нубасики остались. А если у вас серая кнопочка, то вы сигмы. Ну, если у вас красная, то вы можете еще сделать ее серой. Я вам даю 3 секунды. Раз... 2, 3. Кто подписался, тот молодец. А кто нет, то у меня уже к тебе есть вопросики. Сейчас мы будем играть. Мы сначала, начало такое прям не очень, я бы сказал. Я убил Эдгара, но я не знаю, как мы вытащим эту всю катку. Фэнг убил Ворона и... Ой... Кольта и Тару, надеюсь, мы сможем выиграть эту каточку. Потому что она очень-очень плотная. Ну, вместе с вами, если вы поставите лайк, то я обязательно выиграю. Сейчас мы будем вот так просто. Не надо, чтобы мне пасанули. Динамакс, сломаем стенку! Я передал Динамайку мяч, он использовал ульту, чтобы сломать стенку, и теперь они остались без стенки. У нас теперь очень много шансов, что мы забьем им гол. Сейчас мне просто надо вот так сделать, вот так, вот так, вот так. Мы убиваем этого Эдгара. Ненавижу Эдгара вообще. Я потратил ульту зря, но мы не будем сильно расстраиваться. В принципе, мы продолжаем. Сейчас мы будем играть до сих пор. Не знаю, может мы выиграем, а может быть и нет, а может быть да. Не знаю, сейчас мы будем пытаться убить Эдгара. Убиваем Эдгара. Давай. Он не смог забить нам этот Эдгар. Сейчас мы просто будем вот так делать, чтобы мы могли пройти. Немного не получилось, но Тара потратил свою ульту зря. Сейчас нам надо просто вот так делать. Сейчас нам надо вот так пройти. Мы будем просто с ним пасоваться. Давай, Фэнг! Да, это была очень плотная каточка, и мы забили, и мы выиграли ее. Но это было достаточно изично, потому что даже сейчас мы их просто выиграли. И на изичах мы забиваем им гол. Ага, даже так и лучше. Теперь у нас не 2 гола, но и 1. Тоже хорошо. Мы сделали, кстати, какие-то квестики, это очень даже хорошо. Потому что квестики я люблю, а мы продолжаем. Вот и следующая карточка. Сейчас против нас Мортис, Дэвил и Виллоу. Будем вот так, короче, кидать. Пока ни на кого не наткнемся. Сейчас вот так делаем. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Да-да-да, я убил зато Дэрила. Дэрил это достаточно сильный боец, особенно в этом режиме. Тут сейчас Мортис и этот ходит. Нам надо сейчас его быстренько убить, или он нам забьет гол. Дэрил вырывается, я его добиваю ультой, и мы не проигрываем. Сейчас мы проходим дальше к базе, и сейчас забьем гол. Меня контролирует. Сейчас уйдет эта ульта, и мы идем. Так, вот уже Морти хочет меня убить, и ульту я выиграю. Дальше идем. Меня в крысу убивает Дэрил. Сейчас надежда на моих, это, тиммейтов. Они не выиграли, даже умерли. Сейчас они могут забить гол. Я хочу убить этого Дэрила.
Юзаем гаджет. Проходим на их базу. У меня очень мало хп, 700. Надо быстрее идти, или они нам забьют. Кидаю пас моим тиммейтам. Фэнк не смог забить. А нет, смог, красава. Ладно, продолжаем. Это только был первый гол. Сейчас мы будем вот так юзаем ульту. Чтоб кроме Мортиса никто не прошел. Убиваем Мортиса, убиваем Виллу. Проходим дальше к базе ихней. И нам забивают гол. Ну ладно, не будем расстраиваться сильно. Мы продолжаем. Сейчас нам надо вот так, в принципе, забить просто. Налегке. Убиваем Дэрила. Осталась только одна Вилла, как она ничего не сможет сделать. Ну, разве что меня убило с мало хп. Динамайк, я не знаю, сможешь это сделать ей. Динамайк смог, и она не забила. Теперь нам надо убить Мортиса срочно. И убить Дэрила! Нет! Фэнг, давай! Хоть Динамайк добил. У нас 1-1. Уже осталось 10 секунд. Скорее всего, еще будет дополнительный матч. Потому что мы не успеем забить за 5 секунд. Тем более, они сейчас нам забьют, скорее всего. Ладно, остался только Динамайк на 1-1 с Дэрилом. Динамайк должен не пропустить гол. И Дэрил оказался косым. Он нам даже не смог забить просто. Фэнк может сейчас забить, если он тоже не козоглазый. И сейчас он... Сейчас он забил гол, и мы выиграли. Это моя первая катка, какую я выиграл за этот ролик. Ну, ладно, мы продолжаем. Вот мы уже в катке, и против нас сражается Пенни, Дэрил и Мортис. Ира, давай загружайся. Так, вот уже и катка. Убиваем Дэрила, убиваем Сэнди. А что мне тогда? Это не Пенни. А, точно. Это Сэнди. Ладно, мы продолжаем. Против нас еще Леон. Убиваем вот так Дэрила ультой. Дальше продвигаемся на их базу. Сэнди очень опасный. Я юзаю гаджет. Мы теперь видим Сэнди. Даже в ее ульте. Мортис добивает Сэнди. Или он хочет под визом прийти на нашу базу, но у него никак не получается. Сейчас мы проходим вверх. Они отобрали у нас мяч. Очень плохо. Я не знаю, смогу я что-либо это сделать. Юзаю ульту. Нам не забили, но я других уже убил. И это было достаточно круто. Сейчас мы продолжаем. Макс пытается отбить от нашей базы челиков, но у него это не очень сильно получается, потому что он умер сейчас же. Я юзаю гаджет, не знаю, у меня что-то сильно залагало. Теперь мне надо перезайти. И мы продолжаем. Так вот, я уже опять в катке, нам забили гол. Это плоховасика. Я юзаю. У меня теперь не лагает. Что делает Мортис? Что делает Мортис? Ладно, мы еще можем затащить эту катку. Если немножко попытаться, мы вытащим эту каточку. Сейчас там люди дают забить. Но мы идем по той ультой Бакса. И нам убили. И нам забивают. Ну, плоховасика бы сыграли, конечно, в этот раз. С кем не бывает. Ладно, давайте сыграем в этот раз за Рика, только мы сыграем в столкновение. Но сначала я хочу забрать стардроп в Брал Пассе. Собираем мы его. И мне всего выпадает... Мне всего выпадает редкий стардроп, выпадает 50 монет. Это самый бесполезный лут, какой я вообще видел. Сейчас мы заходим в столкновение одиночное. И надеюсь, хоть в столкновении я смогу выиграть. Ну, я выиграю, если вы меня поддержите лайком под этим роликом. Потому что я для вас очень сильно стараюсь.
Так, сейчас мы... Вот такая карта у нас, очень сложная такая карта. И мы ее все ненавидим, мне кажется. Тут я вижу Покоду, лучше бы он убегал, потому что там Морсис. Морсис достаточно в кустах, и он может догнать этого Поко и просто убить его. Ну, так оно и есть. Я пытаюсь Морсиса не пропустить к себе, и он меня убивает самым первым. Ну, как так можно было вообще сделать? Я просто же вершусь с этого. Ладно, поддержите меня лайком. Мы продолжаем. Надеюсь, сегодня я сейчас апту Рика до 35 ранг с вами. И это будет достаточно легко. Так, сейчас я буду улучшать. Так, пока что это кольта убили. Мы идем на нашего Рико. Да, Рико убил меня и забрал себя, то меня тоже. Рико убили, и он меня решил тоже забрать с собой. Ну, хоть вдвоем в лобби оказались. Так, мы продолжаем. Сейчас мы играем где-то, не знаю, минут 12. Не знаю, сколько. Мы сейчас... Я РТ, скорее всего, видел, да? Я буду выворачиваться от РТ. Я не знаю, что такое РТ. Ну, типа, РТ знает, как его зовут. Но он боец так себе. Ладно, мы подходим к центру, ломаем вот этот ящичек. А, ну ладно, это не так работает. Тогда ломаю этот ящик. Меня убил в крысу Сквик просто. Я не знаю, как так можно было. Но я изнул гаджет, я его тоже убил. И Мех собрала его банку. Ну и мою, скорее всего, тоже. А мы продолжаем. Так, сейчас мы в катке против Ниты. Ирам. И еще у нас есть челик с таким же скином. И он предлагает тим. Я не знаю, как сработает этот тим, потому что я могу раньше его умереть. И, в принципе, тим не очень сработает. Я хочу помочь ему убить Ниту, потому что реально Нита это такой боец, что она может убить каждого, кто попадется. Я хочу просто вот так поубивать. И так же я хочу вот так сделать просто. Я убил Ниту. И я осуждаю ник у Рика. Прямо вообще осуждаю. Не хочу его вообще видеть, этот ник. Ну ладно. Сам человек хороший, от ника тоже не важно. Меня пытаются убить ворон. Я убиваю ворона. Забираю себе баночки. Мы тут самые главные два Рика. Сейчас я пытаюсь. Вот, конечно, вольт крыса. Вот, конечно, вольт крыса. Так очень мало у меня хп. Пытаемся убить! Пытаемся! Я убил. Мы с челиком затимились, это, конечно, думаю, крысы. Ну ладно, я сделал вот так просто. У него нету шансов на выживание. Я делаю вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Меня убили. Ну, я честную победу даю своему тиммейту. Ну, и мы продолжаем. Сейчас, скорее всего, это будет ластовая катка, потому что я и так уже с вами очень хорошо играю и долго достаточно. В следующую серию я буду играть за Пэм, опять же. Но в следующий раз я сниму Роблокс.
Ждите видео по Роблоксу. Я просто давно не снимал Роблокс, я не знаю, нужен он вам или нет. Хочете вы его или нет. Или вы напишите в комментах, надо вам Роблокс или нет. Или я не буду снимать Роблокс и все. Если не буду снимать Роблокс, то это все получается. Мой канал был вообще с Роблокса начал, потому что Роблокс это имбовая игра, в какую играют все, абсолютно все. И я хочу продолжать для вас снимать мою легендарную рубрику. Хочу сейчас убить, как сказать, Мико и Поко. Поко я убиваю вот так, плюс пушечка. Я уверен, что эта пушечка вынесет этого Поко. Пытаемся убить Поко тоже тут. На меня прыгает Мико. Я убиваю Мико. Последний миль. Я убегаю. Нет, меня Поко застилил. Меня просто Поко застилил. Ладно, давайте лосо вукат, потому что толкатка была такая себе. Я занял 5-е место. Потому что меня Поко застилил. Я бы смог с малой хп выжить. Этот Мико меня просто бесит. Хорошо, что я его в лобби отправил. Но сейчас буду играть против Эдгара. Эдгар на меня поменяет за гаджет. Мне кажется, такое давайте можно и закончить. Если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. А с вами был я, Кирилл. Всем пока!